Генри! Он очнулся! Привет. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив! Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри! Слушай! Эй! Спокойно, Сэм. Ничего он мне не сделает. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет. Я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. Вот это мощно. Ты как? Нормально. Пошли искать радиовышку. Вон там корабль. Может, заглянем? Осторожней там! Да, я его вижу. Что? Впервые на корабле. А если бы он еще на воде был? Ну, хоть что-то. Тут ее комиксы. Элли, мы тут кое-что нашли. Посмотрим, что там.
Тут не пройти. Я уж думала, ты его пристрелишь. Чуть не пристрелил. Нормальные ребята. Даже хорошо, что они идут с нами. Да, ты права. Наверняка сквозной туннель. Давай вместе. Ага, вместе. Давай. За дело. Лезьте, пока держим. Так, держу. Теперь ты. Ага. Вырубаем фонари. Сэм, не ходи. Знаю. Наконец-то усвоил. Джоэл, давай глянем, что там. А мы тогда в ту сторону. Мне тут не нравится. Мне тоже. Но куда деваться-то? Оторви решетку, я заползу и открою дверь. Здоровенная крыса. Думаешь, они с нами дойдут до Томми? Я не знаю. Как говорится, поживем, увидим. Ребят, похоже, здесь можно пройти. Следите.
Можно тут вылезти? Не, туда не доберешься. Я не умею плавать. О, нас уже двое. Ну, Джоэл, как будем переправляться? Сейчас придумаем. Эй, тут какой-то механизм. Вдруг он еще работает? Заело. Смотри-ка, генератор. Ждите здесь. Генри, попробуй. Ага. Я сплаваю туда. Глядите в оба. А, черт. Жив пока.
скорее бы отсюда выбраться. Посмотри, жив ли еще генератор. Понеслась. Эй, надо двигаться. А вы крутые, ребята. Мы с Джоэлом профи. Думаешь, там могут быть люди? Возможно. Мы правда туда пойдем? Ловушка. Что-что? Сигнализация такая. Я ничего не слышу. Раньше здесь кто-то жил. Но, похоже, уже не живет. А как тут можно жить? Нормально, если считаешь, что здесь безопасно. Фу. Круто. Или не... Эй, успокойтесь. Эй, Сэм. Генри, ты видел? Давай-ка потише, ладно? Да, извини. Слышишь? Зараженные. Шш, тихо.
Да, теперь догадываюсь, что с ними произошло. Растут щелкун, они давно отсюда ушли. Надо идти вперед и надеяться, что этих тварей не осталось. Хотя надежды мало. Кошмар. Смотри, может, это выход? Может быть. Высоко. Не подсадишь. Поищем другой способ залезть. Я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. Да. Жутковато. Да. Знаю, как всегда. Щелкуны! Что? Она не поддается! Скорее, уходите отсюда! Сэм, будь рядом! Генри, сваливаем к чертям! Береги его! Ну! Yeah.
Все будет хорошо. Да, да, я знаю. Малыш, давай попробуем поискать выход, хорошо? Ладно. Ты их видел? Держись сзади. Я бегу, ты за мной. Мы живы. Пошли дальше. Ты цел? Да.
Ух ты, смотрите. Похоже на школьный класс. Почему они погибли? Я сам не знаю, сынок. Они заслужили лучшую долю. Можешь опустить эту лестницу? Да. Вперед. Вот так. Молодчина. Это Элли? Скорей. Джоэл, это они! Сэр! Слава богу! Надо бежать дальше! Работаем там! Сэр! Бегите! Их слишком много! Элли, отойди от двери! Может, вместе толкнуть? Давай. Сэм! Он прополз туда! Он что? Сэм, ты что творишь? Вытаскивай нас! Поторопись! Ну, пошли! Все наверх! Живей! Я пролезу через окно. Попробуй ее открыть. Только быстро. Залезай, Сэм. Ты тут не останешься. А как же ты? Выживу. Лезь. Давай. Готовьтесь. Что? Смотрите. Вы издеваетесь, что ли? Очень вовремя, ребята. И где башня? Мы рядом. Все, пошли.